Предварительный осмотр врача-терапевта, письменное согласие на прививку, затем укол в предплечье. В Абхазии стартовала вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник Лайт». «Лайт» значит облегченная. В отличие от полной двухфазной вакцины «Спутник Ви», разработанная в центре имени Гамалей, легкий вариант содержит только ту часть препарата, которая построена на аденовирусе 26-го типа. То есть для выработки иммунитета к короне достаточно одной прививки. Это существенно облегчает вакцинацию. Не нужно выжидать 21 день, чтобы повторно идти в прививочный пункт. Геннадий Репетило уже в кабинете и ждет вакцинацию. Если бы делали все вакцинацию, у нас бы не болели. Вы представляете, сколько врачей сейчас дежурят и до того, чтобы спасти наш народ. В третьей столичной поликлинике уже привилось 40 человек. После прививки, так как она однокомпонентная, каждому сразу вручают сертификат, подтверждающий факт вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Решили провакцинироваться, потому что такая страшная болезнь. Рано или поздно все равно пришлось бы пройти, тем более я работаю с людьми. Вот. Ну вот решила сделать прививку, все нормально, чувствую себя хорошо. Все отлично. Нет. Ну, привилась. Надеюсь, все будет хорошо. Правда, страшновато. Прививка новая, неизвестно, что. Ну, поживем, увидим. В феврале я переболел ковидом. Лечился в Айтаре, в госпитале военном. Выписали меня в вполне нормальном состоянии. А сейчас, когда появилась возможность сделать вакцину, я безусловно первым записался на вакцину. Тем более я врач, я сам понимаю все это дело. Здесь начинают прививать с 10:00. Запись предварительная за день. Далее, на второй день в порядке живой очереди, производится вакцинация. Вакцинацию мы делаем всем обращающимся. Поэтому мы не по району. Все, кто у нас записываются, где бы они ни жили, мы не отказываем. Я имею в виду граждане Абхазии. Каждое утро мы привозим новую партию из министерства, со склада, с того места, где эта вакцина правильно хранилась. Мы ее перекладываем в этот контейнер и в контейнере доставляем сюда, в поликлинику, в кабинет вакцинации. И только перед тем, как пациент уже осмотрен и должен получить вакцину, только тогда она достается и на глазах у пациента делается. Она никак не может быть испорчена. В ней ничто не вводится, нет никакого заразного компонента. И поэтому иногда и спрашивают, там мы заразны или нет. Конечно, нет. Эта вакцина не содержит вируса, который бы мог заражать самого пациента или других. Когда стартовала вакцинация спутником Ви, в большинстве прививались представители старшего поколения. А сейчас количество молодых растет с каждым днем, утверждают врачи. Сейчас, когда пришел, наверное, другой штамм, и мы видим, немножко изменилось заболевание, течение его, мы видим, что в больницу попадают не только пожилые, но и молодые. И, естественно, эту информацию имеет население. Приходит понимание и к молодым, и это важно. Они стали понимать, что вакцина нужна, вакцина защищает, и поэтому они идут. А если человек хочет вакцинироваться, но по тем или иным причинам не может добраться до медучреждения, медперсонал столичной поликлиники номер 3 выезжает на дом и делает прививку на месте. Такие случаи были, да. В частности, вчера мы отправили машину на дом для того, чтобы сделать прививку. Такая возможность у нас была. Мы привезли на этого человека вакцину в поликлинику. Было заявлено, что пациентка не встает, но есть большое желание привиться. Надо отметить, что как спутник Ви, так и Лайт имеет противопоказания для определенной категории людей. Противопоказаний не так много, но, безусловно, они есть, и поэтому ведется прием врача перед прививкой, ведется сбор анамнеза и измеряются параметры. Это температура, давление и пульс. Противопоказанием является любое острое состояние. Это острое заболевание, это инфекция, это любое заболевание с температурой, болью, это онкологическое заболевание. Если оно не в стадии ремиссии, а в стадии, так сказать, обострения, когда еще только подбирается и проводится активное лечение.
конечно, аллергические заболевания. У некоторых пациентов могут не выработаться антитела после введения вакцины «Спутник Лайт», но при этом формируются клетки памяти и клеточный иммунитет. Вакцинированный пациент, независимо от наличия или отсутствия антител, больше защищен от заражения вирусом, а самое главное – от тяжелого течения болезни. Вакцина хорошая, «Спутник Лайт», и она, в общем-то, может быть рекомендована и может быть... Чуть-чуть быстрее вырабатывается иммунитет, потому что это как один компонент «Спутник Ви». То есть вырабатывается иммунитет, и уже есть защита от заболевания, что нам, собственно говоря, сейчас и надо. Вакцинация от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник Лайт» в ближайшее время начнется по всей Абхазии. Сария Кварасхелия, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение.